С 12 апреля на территории лесного фонда Московской области устанавливается пожароопасный сезон. Все силы и средства переводятся в режим готовности к тушению лесных пожаров. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточную работу. Начинает выполняться наземное и авиационное патрулирование. В преддверии пожароопасного периода совместное патрулирование будет производиться в границах городского поселения Видного. Если будут какие-то нарушители лесных массивов, будем писать административные правонарушения, составлять протоколы. Наш протокол рассматривает административный комитет лесного хозяйства, выносит постановление, и нарушитель уже оплачивает штраф до 5000 рублей. В минувшую субботу прошел первый рейд по проверке готовности всех служб. Все сделано для того, чтобы как можно сделать большего для того, чтобы предотвратить случаи пожаров. Это и возгорание травы, и возгорание леса, ну и, не дай бог, возгорание отдельных строений или дачных домиков у людей. Вот цель такая. До начала пожароопасного периода планируется провести ряд проверок и противопожарных тренировок в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения природных пожаров. Я не скажу, что у нас ситуация такая плохая в районе, но я думаю, что это будет не лишним, если мы проведем работу. Мы проводим, кстати, еще и в поселениях встречи с населением, в садовых товариществах, вот по графику проведения во всех поселениях. Во время рейда специалисты не только указывали на недостатки и нарушения противопожарного режима, но также провели инструктажи и вручили памятки по пожарной безопасности. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.